От женщины, как мне видится, зависит от того, насколько мужчина сам успешен, успешный. Потому что если он не то чтобы там питается ее энергией, но если она его вдохновляет, то у него дела хорошо идут. Потому что Шакти, изначальная сила, она сотворила всю Вселенную. Это женский аспект. Поэтому, хотим мы или нет, женщина в этом смысле, она является главным. Но если мы говорим о том, что у нас есть дом, то в этом доме женщина главная. Получается, что она является хранителем. Дом же это вселенная, или вселенная это дом, и если она там главная, как аспект Шакти, то, конечно, в маленьком доме, в маленькой вселенной она тоже является главной. А что входит в пункты обязательства такого, это уже люди сами для себя должны решить. Но, конечно, мужчина не должен мыть посуду. Он может, конечно, помогать, если хочет, но он не должен мыть посуду, как допустим, на постоянной основе, потому что у него есть более серьезные задачи. Он должен, опять же, должен, да, найти работу себе, которая обеспечит семью, и дети, и в том числе и жена, в первую очередь, да, должны быть в таком состоянии расслабленности. И когда все гармонично, все расслаблено, нет напряжения, то тогда в семье все хорошо.